Салют, салют, привет. Я Паша, я оппозиционер. Чтобы вы понимали, насколько я, когда меня родители в школе отмазывали от армии, хотел об этом снять антикоррупционное расследование. Как любой нормальный оппозиционер, я, естественно, борюсь с режимом. Ну, я хожу на митинги, подписываю петиции, нажимаю на лайки, колокольчики. Я даже... Я даже, знаете, ставлю вот эти рамки на Фейсбуке. Там, я против обнуления, спасем Байкал, свободу политзаключенным. Лица не видно уже давно. Ну, это нифига не работает. Поэтому я решил, что систему надо бороть изнутри и стать депутатом. В Москве как раз проводили выборы муниципальных депутатов. Люди себе как представляют в принципе депутата? Ну, такой мордатый, в дорогом пиджаке, с хорошей зарплатой, на служебной тачке. Орет про Запад и геев. Вот, муниципальный депутат, друзья, это совсем другая история. Нету полномочий, нет никакой зарплаты. Можно орать про Запад и геев, но в подъезде тебя мало кто слышит. Максимум, на который способен муниципальный депутат, это поставить лавочку во дворе или провести праздник добрососедства. Вот, таких депутатов выбирают по районам, а я живу на Таганке. Таганка — это центр, хороший культурный район. У нас прекрасные театры, музеи, тюрьма. Россия в миниатюре. Но потом выяснилось, что это еще очень пролетарский район. Я, в принципе, мог бы об этом догадаться. У нас станция метро называется «Пролетарская». В общем, агитировать здесь за демократию — это примерно как в столовую номер один прийти и заказать там фалафель. Ну, то есть тебя не поймут, будут смеяться и на всякий случай забьют. Дальше интереснее. Дальше выяснилось, что нельзя просто так стать кандидатом. Надо сначала завести специальный счет в Сбербанке, собрать подписи 20 жителей и принести очень много справок. Справку с работы, справку из психдиспансера, справку из наркодиспансера. Не помню, еще очень много. Я в какой-то момент был готов, что они попросят еще принести кровь и мочу. Ну а потом еще кровь и мочу тех людей, которые ставили за меня подписи. «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов. Очень понятный, привычный людям список. Врачи, учителя, директор ЖЭКа. У нас, демократов, тоже была сильная команда. Ну, я был. Был еще студент, который почти сразу исчез. Классический такой сисадмин в свитере и в очках. И ЛГБТ-активистка с зелеными волосами. Ровно то, как показывают оппозицию по телеку. Нам не хватало трансгендера и темнокожего. Так было бы вообще отлично. Короче, чтобы выиграть такие выборы, надо обойти весь район. Надо позвонить в каждую квартиру и попросить людей проголосовать за тебя. Ну, вот этим мы и занимались 2 месяца. Я пока ходил, выяснил все проблемы жителей Таганки. Засанные подъезды, плохие детские площадки, бездомные, неудобные для съема закладки. Удивительно, друзья, никого не волнует демократия и свобода слова. Да. Зато волнуют оборотни. Мне одна женщина пожаловалась на оборотней. Причем это был первый, единственный раз, когда я мог помочь человеку. Я все детство смотрю фильмы про зомби, оборотни. Я знаю, что с ними делать. Да, знаю. В отличие от засанных подъездов. Люди вообще очень разные открывали, очень разные, интересные. Один раз открыл дядька в трусах и с пистолетом. Я не знаю, кого он ждал, но, наверное, курьер из Яндекс.Еды хотел поставить плохую оценку. Другой дядька открыл дверь, очень внимательно меня выслушал, потом заценил татуировки и спросил, где я сидел. И я прямо растерялся.
Ну, потому что непонятно, вот как ответить, чтобы и по воровским понятиям нормально, и чтобы он за меня проголосовал потом. Вечер в хату, голосуйте за депутатов. Еще очень классные попадались мужички, которые обо всем расспрашивали. Вот просто обо всем. А где работаешь? Сколько получаешь? А живешь где? А своя снимаешь? Что за тачка у тебя? И такой, дядь, ну ты депутата выбираешь или тебе зять нужен? Ну вот обидно, что люди не верят. Люди не верят и подозревают какой-то подвох, подозревают, что все ради денег. Они так с порога тебе и говорят, вы лезете к кормушке. Блин, единственная кормушка, которой я мог залезть, это вот такая, которая сделана из пакета из-под кефира. Ну вот, и пока мы ходили, оппоненты тоже вели кампанию. «Единая Россия» организовала клуб скандинавской ходьбы. А глава муниципалитета устроил чаепитие. Он позвал бабушек во двор, поил их чаем, целовал им руки. Я вот не понял, что это было. Ну, то ли какие-то очень сложные политтехнологии, то ли просто геронтофилия. Но это сработало. Ну, то есть это сработало, он выиграл, я проиграл. Но вот знаете, что мне кажется самым важным? Я все равно верю в демократию. Я верю, что люди будут выбирать хороших, достойных и честных кандидатов. Я, например, набрал 812 голосов. 812. А на следующий день выложил фотку кота, и там было в два раза больше лайков. Так что да, на следующие выборы пойдет Барсик. Спасибо.